Устрою тебе тут ад, сплошной ад в тюряге. Будешь у меня тут мыло ронять каждый день. Ой, устрою я тебе все сидеть тут. Мусора поганые, засадили. Демоны. Я слышу. Хорошо, значит... Хочется ли тебе немного разнообразия, но при этом таких же интересных летсплеев и крутых монтажей? В таком случае Димон с канала ЧБ Гейм ТВ зовет тебя в гости. Завари чайку, наруби бутербродов и шуруй смотреть интересные видосики. Ссылочка в описании. Ой, опять понедельник, опять на вот эту работу охранником в банке. Ночью в банке охранником, вечером в тюряге охранником. Вот жена конченая, шубу ей покупать, на двух работах пахать должен. Найду себе другую жену, которая тоже работать будет, а не балду пинать. Ну хотя бы вот сейчас. Охранник-то, конечно, охранник. Я еще приду, на свое место сяду. И взремну немного. Взремну. Это ограбление! Никому не двигаться! Это ограбление! А ну! Руки вверх, патроны в задницу! А ну, выкинь пушку! Загусь! Руки вверх! Загусь! Давай, топай! Я ни в чём не виноват, помоги, грабитель, давай, в камеру, шуруй! Руки, чтоб я видел, давай! Не можно, я не виноват! Давай, к стене, лицом к стене, быстро! Проходи! Я не виноват! Быстрее проходи, прямо! Тюремная библиотека! Давай! Иду, давай! Я все буду открывать, я... Извините, начальник! Лицом к стене! Проходи. Прохожу. Давай, прямо. Руки, чтобы я видел, руки! Руки, все, пошел. Прямо, да, вот туда. Не оглядывайся. Все сели за решетку, все у меня сядете, пожизненно. Тебе, конечно, повезло, ты только на 2 года сел. Но ничего, я судью еще погорю, на 10-ку тебя засудят. Давай, камеру. Я не выдавать. Устрою тебе тут ад, сплошной ад в тюряге. Будешь у меня тут мыло ронять каждый день. Ой, устрою я тебе все сидеть тут. Мусора поганые, засадили. Демоны. Я слышу. Хорошо, значит... Так, надо проверить всех, кто тут сидит. Все с тобой нормально. Руки показал! Все нормально, но... Кто там хнычет? Начальник! Я ребенок! Какой ебенок? Какой ребенок? Подставили меня, начальник! Подставили? Вы посмотрите на меня, я карапуз! Я ребенок! Я не мог ничего играть! Да. Ну как бы я видел, ты там с бандюганами вот этими был в хранилище. Меня просто подставили, они взяли меня с собой. Ты что, ты типа заложником был или что? Да, я вот ребенок, они меня взяли, похитили меня. А чё ты сразу там не сказал судье, то что тебе там заложники взяли? Я побоялся, мне стало страшно, они мне указали мне. То есть ты не знаешь, кто это такой, не знаешь, да? Вот это, кто нет, такой? Нет, не знаю. А сколько тебе вообще годиков, а? Не 7 не годиков. Как 7? Тебя в тюрягу для взрослых посадили. Как 7? Вот они вообще сумасшедшие, что посадили меня в тюрягу для взрослых. Тебе что, 2 года сидеть? 2 года сидеть! С этими извращенцами! Мыло уронишь! Вот вы меня выпустите! Нет, я конечно, выпустил, я понимаю, ты ребенок, и посадили незаконно! Ну, а что делать? Ты понимаешь, если я тебя выпущу вот сейчас, то меня засудят! Меня посадят, а я не хочу, у меня 2 работы, что жена! Что же делать? Я такой же мелкий засранец, как и ты, дома сидит, хавает каждый день! На 2 работах пашу каждый день! Я все понимаю! Я понимаю, что гуагу, ну а что делать? Ну хорошо, давай! Выпусти меня, начальник, пожалуйста! Я не могу тебя выпустить, но... Я могу сделать, чтобы тебе тут 2 года, которые ты будешь сидеть, да, ну, жилось, ну, нормально, лучше, чем у нормально? Вот этих. Нормально, лучше. А как это нормально? Ну, типа, да, мы, конечно, с тобой можем договориться, малец, вот лайк поставишь мне, лайк. Да, лайк. Тихо, твою мать, тихо!
Лайк. Сейчас подожди, попрошу еще лайки, ставьте лайки. Все. Поставили? Все поставили? Да. Будешь мне лайки толкать каждый день? Ну тихо, тут же никому, а то еще уволят нахуй. Да. Понимаешь, у меня жена такой мелкий дома сидит, мне лайки нужны. Вот, я устрою тебе рай. У них будет адс, пошло я, паскуды! А у тебя рай будет. Ура! Покажи мне тут. Ну хорошо, давай, проходи. Руки за спину, тихо, чтобы они не спалили. Руки, чтобы я руки видел, руки. Руки вперед, малый, давай, бей. Быстрее, давай, руки. Не смотреть на него, не смотреть, давай. Ага. Да, побегай, это быстро. А там кто? Да, а там, ну, душ мыться будет. Ты там... Всё, ладно, понял. Не надо туда смотреть. Всё. Жрачка, мой губ, покажи. Не, ты чуть-чуть картошечку можешь одну взять. Я сказал одну твою мать, а не целый мешок. Ну, ладно, хорошо. Давай, я тебе покажу. Я понимаю, да, мы тут договорились, типа, за лайки, но все же. Аккуратно, чтобы никто не спалил, то уволят нахрен. Сам сяду. А вот я сяду, если я сяду, буду с тобой, понимаешь, малый, если я сяду по твоей вине, буду с тобой в одной камере сидеть. Ну ты понимаешь, так что не надо тебе вот этого. Что ты будешь со мной делать, дядя? Вот, в общем. Так. Понятно. Вот, тут библиотека. Ну, узнаешь. Я читать не умею, вкусные книжки, хочу другое. Вкусно. Ну это в смысле вкусно, но это тюряга, тюремная библиотека. Ну ладно, го на двор, давай, пошли на двор. Кстати, малый, иди сюда. Тихо, не пались, ты дебил! Смоли, вот там снайпер наверху. Начальник, осторожнее. Вот снайпер там наверху, видишь? Видишь, ага. Так что тихо будем разговаривать. Знаешь, вот в чем прикол? У нас все зэки все работают, у них есть какая-то работа. А я все понимаю, ты мне лайки толкаешь, но если ты работать не будешь, они нас спалят и убьют нахрен, и меня, тебя! А давай мы их убьем! А как убьем? Тут же целая армия, ты думаешь, тут только два снайпера? За нами слежка вообще малый, целый день, и за мной, и за тобой. Слежка, поэтому... Что работает? Ну тут у нас очень плохие... У нас тут очень плохая работа, всех. Но я тебе выделю самую нормальную. Просто собирать какакунди со двора. И все. То есть, собрал какакунди и все. Ну, это не сейчас. Это потом. Сейчас ночь вообще на дворе, не видишь? Вот сейчас мы пойдем тихо, чтобы... Руки, чтобы я видел. Руки. Дебил! Руки вперед, руки, чтобы... Давай, тихо. Только быстрее. Давай, быстрее. Вообще, незаконная прогулка. Давай, быстро в камеру, быстро. Завтра пойдешь на работу, хорошо? Завтра на работу. Я пошел, спасибо, начальник, спасибо. Давай, да не за что. Давай, шуруй. Все. Спасибо, пока. Все, дверь, все. Так, все, спать, отбой! Отбой! Сейчас я свет выключу. Отбой! Тихий час, тюряги. Так, подъем, все, шустро! Подъем, на работу! Начальник! Привет, малец, на работу надо. На работу! А вы тут сидите! Ура! Паскуд, я за вами еще вернусь. Он первый. На работу! Вот первый, кто на работе радуется, не то, что дебилы. Давай. А где там работа? Да быстрее, к ящикам. Ну быстрее, к работе. Давай. Утро, ладно. Какандюли, да? Какандюли, собирай, я буду наблюдать, чтобы никто не спалил. Ага, хорошо. Собирай, быстро. Собирай какандюли. Ой, начальник. Слышите, там какой-то чувак. Я слышал, из тюряги сбежал. В смысле сбежал? Откуда сбежал? Там кто-то сбежал. С нашей тюряки сбежал? Да, я слышал. Тут будь. Быстрее. Кто сбежал? Ой, быстрее, остановитесь. Я иду, подожди. Кто сбежал? Тут есть. Слышь, малый, ты что, меня обманываешь? Ой, послышалось. Извините, начальник, я как Андюли. Да, в смысле, никто же не сбежал, ты что, меня обманул? Все как Андюли собрал, все. Не, ты молодец, хорошо поработал. А кто сбежал? Ни хрена не понял. А мне показалось, что там дверь открыли. Ну, малый, ну, поаккуратнее будь с этим, а то ну, я прям извини, уже... Извини, пожалуйста. Извини. Так, давай проверим, как Андюли, все собрал? Так, давай. Все. Молодец. Вот прям умничка, давай. А туда? Туда можно? Нет, да там снайперы нахрен. Снайперы. Ну ладно. Руки, чтоб я видел, руки вперед! Ага, руки. Там лицо к стенке, давай, проходи. Молодец, да. Все. Обратно в камеру. Вот сюда. Все, ура. Все, давай.
Спасибо, спасибо, начальник, спасибо. Давай, ничего, ничего, давай, давай. Я еще приду, ты отдыхай тут, отдыхай. Хорошо, хорошо, спасибо. Давай. Пс, пс, Васек, Васек, есть топовая идея, сбежать хочешь, сбежать. Тут есть сбежать, можно прям вообще капец на изи, я говорю. Это ты с кем разговариваешь? Ни с кем я не разговариваю. Подожди, что я сказал? Сбежать? Откуда сбежать? Это вот этот вот Васёк напротив меня опять меня хочет, угрожает мне сбежать, хочет из тюрьмы хочет сбежать. А чё ты говорил, сбежать из тюрьмы, сбежать? Я говорю, я не хочу сбегать из тюрьмы, у меня тут хороший начальник. А он всё, давай сбежаем, давай сбежаем. Вот паскуда, паскуда, вот, да, вот, да, я тебя те устрою тут нахрен. Короче, короче, ага, ты ничего не делал, да? Да, я ничего не делал. А ты у меня в карцер нахрен сядешь, дебил. Ну все, ты аккуратнее, вообще с ним не разговаривай, не разговаривай. Я если еще услышишь там что-то про побег, сразу мне сообщай. Хорошо, да. Слово побег, сразу меня зови, если слово побег. Хорошо, хорошо, начальник. Все, все. Я еще вернусь тут на осмотр. Ты тут аккуратней будь, малыш. Хорошо, хорошо, хорошо. Надо следить за этим малым. Что-то там задумал какой-то побег. Я, конечно, все понимаю. Ребенок. Но ребенок не тупой. Что-то он точно знает там. Что-то он хочет там сделать. Какой-то побег. Хорошо, хорошо. Я буду за ним следить. Тщательней. Никуда он у меня не сбежит с моей тюряги. Так, осмотр, все на месте, все на месте. Чё ты там делаешь, малый? Бежим! Чё ты там делаешь? Подожди, камера, чё ключ не работает? А ну вернись, паскуда! Вернись! Прощай! Свобода! Паскуда, убежал, чё мне делать сейчас? Ай, и что мне делать? Что мне сейчас сделать? Он сбежал, мелкий подонок, вот это. Так, надо закрыть вот эту дыру, чтобы, если меня спросили, я не знаю, куда он делся. Так, что мне сейчас делать? Никому не двигаться! Это захват тюрьмы, не двигайся, я не... Тихо, малый, ты вернулся? Пацаны, так, а ну заткнись, сейчас тебя убью, заткнись. Не, малый, давай договоримся, не будешь меня убивать, да, на обмен, только не убивай меня. Как малый, обмен, да, тихо, вот я тебе скажу, ты свою любимую игрушку забыл в камере, свою. Уточка! Да, уточка, вот, не убивай меня, уточку забирай, только не убивай меня, хорошо? Я заберу уточку и... Да, забирай свою любимую игрушку, я вообще тут буду стоять, ничего не делать. Забирай. Да ты смотри мне. Я вообще... В дуло смотри. Вдуло, прямо в дуло смотри. Я ничего, просто забирай и уходи. Нет, уточка, попался, дебил! В смысле, алло, открой! Какой же ты мелкий дебил. А чё пожалею? Ты опять в камере. Я стену уже заделал, нет там никакой дырки. Бой, вот сейчас не будешь 2 года сидеть, сейчас вообще нахрен электрический стул у меня садишь, малкий. Нет, мелкий. Нет.